потрібно обов'язково хвилюватися не про те, що читають діточки, це також дуже обов'язково, а саме про їх здоров'я. Адже доглядати та піклуватися за зором потрібно самого дитинства у малюка. І саме про це ми поговоримо з нашою гостею, дитячою офтальмологиною Анастасією Мурахтановою. Доброго вам доброго ранку. Раночку вам. Доброго утра. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як починається ранок лікаря? Моє утро начинается, так как я мама, я встаю очень рано. Обычно я встаю где-то в 6 утра, может быть, даже без 15-6, потому что мне нужно проснуться, приготовить одежду для своих детей, для мужа, завтраки для всех. То есть, как у обычной мамы, ничем утро врача не отличается от утра обычной мамы. После этого это развоз по садикам, по бабушкам детей. Муж самостоятельно, слава богу, ездит на работу. Вот. Ну и после этого работа, прием пациентов. Ну вот сегодня я приехала к вам. Чому ви вирішили стати саме офтальмологиней? Смотрите, медицина и вообще врачом я решила стать еще с самого детства. То есть еще... Семья была? Да, это была моя мечта. Моя прабабушка была врачом, и она заложила во мне вот эту вот мечту, желание быть медиком с самых первых классов. То есть я уже шла в 5 класс с желанием быть врачом. И я училась в медицинском классе в нашем лице нашего города. И у меня уже было стремление быть медиком. А обучаясь в медицинской академии, я уже выбирала специальности по душе, скажем так. И зрение, зрительные образы – это 90% информации, которую мы получаем. Это очень важная информация. И я поняла, что я хочу этим заниматься и сохранить зрение нашему населению. Що взагалі потрібно знати про зорові функції малюка після того, як він народився? Для того, щоб батьки розуміли, що малюк починає розвиватися правильно. Саме перше, що родители спрашивають, це куди він дивиться. Так, не зрозуміло. И часто родители спрашивают, видит ли меня вообще ребенок, да, это особенно мама. И вот здесь природа очень умная. Она сделала так, что малыш новорожденный имеет фокусную точку, то есть это точка, где он видит, на уровне лица мамы, когда он приложен к груди. И все. Вот новорожденный малыш приложен к груди и видит лицо мамы. Это вот как пожилые люди. Они тоже очень хорошо видят на близком расстоянии, вдали они не видят. С ростом и с развитием малыша эта фокусная точка отдаляется. Это первое, что нужно знать родителям. Также то, что родителям нужно знать, что вначале детки все видят в серых тонах, то есть у них нет цветового зрения. И когда родители первый раз свою детскую комнату, точнее детскую комнату детей, вначале это детская комната мамы, разукрашивают в яркие цвета, то ребеночек не будет реагировать на них. Вначале появляется теплый спектр, это красный, желтый. Потом появляются там синие и зеленые цвета, которые добавляются. И потом уже с возрастом появляются оттенки. Терракотовые, бирюзовые не всегда у мужчин появляются, скажем так. Да? Но это уже педагогическое образование, которое мы вкладываем детям постарше. И оттеночное зрение дети уже получают после 2 лет, ближе к 3-4. А такие глубокие оттенки, которые мы говорим как художники, возможно, у вас художники бывают в студии, да, рассказывали, то оттеночное зрение до 10 лет формируется. То есть это очень дальнее развитие. Что еще нужно знать родителям? Нужно знать родителям, что зрение формируется соответственно навыкам ребенка физическим, то есть моторным. Ребеночек садится на четвереньки, у него увеличивается площадь его зрения. Ребеночек становится на ножки, он еще лучше видит. Природа очень умная, она делает все синхронно. Главное не мешать ей. Які вправи порадити батькам займатися, якими вправами з дитиною для того, щоб покращити його зір або допомогти йому побачити ось ці кольори? Саме перше правило – не мешать ребенку нормально розвиватися. Все наши дети рождаются, ну, в большей части здоровыми, да? И если им не мешать и не влазить в этот процесс, все будет хорошо. Как можно помочь, да? Если это совсем малыш новорожденный, которого мы приложили к груди, ему можно помочь стимуляцией какой-то, либо слингобусы вешают, либо какие-то брошки, либо мамы часто пользуются, одевают какие-то свитера, либо кофты с чем-то, с бусинками, с какими-то интересными деталями. И малыш, когда фиксирует пальчиками эту деталь, он потом начинает ее рассматривать. Это интерес, который сопровождается познавательным интересом. У детей все идет
пальчик, потом глаз у маленьких. Когда дети становятся постарше, вначале глаз, потом пальчик. Еще там рот присоединяется в эту цепочку. За каким потребно поисков слідкувати. Через рот все проходит. Чем старше малыш становится, выкладываем на животик, кладем игрушечку впереди, чтобы был интерес дотянуться до нее, посмотреть. Игрушку можно взять со звуком, потому что иногда игрушка будет неинтересна визуально, как картинка, но будет интересна как звучащий объект, и потом на него ребеночек обратит внимание. Вначале можно использовать черно-белые какие-то предметы, знаете, да, черно-белые карточки дома она использует, но не обязательно должны быть карточки дома, но это может быть черно-белая игрушка. Хорошо очень работает визуальная картинка того же далматинца, например. Или, то есть это вот черно-белая контрастная картинка, которая привлечет внимание малыша. Почему? Потому что они вначале видят плохо цвета, но хорошо видят контрастные четкие границы, да, белое-черное. До якого віку десь? Значит, вот до 3 месяцев это хорошо сработает. Потом уже будет срабатывать хорошо яркие цвета. Поэтому если... Это, например, повесить мобиль над кроваткой, да, яркий какой-нибудь, светящийся. Но вот он будет работать, ну, до 4 месяцев, ну, до 5 максимум. Потом малыш встанет на ноги и оборвет его, и скажет, хватит. Кстати, затекалось на тему все завершилось. Да, да, то есть там уже дальше захочется его потрогать руками и засунуть его в рот. Вот, яркие игрушки, они будут интересны ребенку, вот после 3-4 месяцев, но опять же таки, мы берем цвета нейтральные, в каком плане? Они малиновый и лимонный, а розовый и желтый, да, то есть естественные цвета, которые мы встречаем в нашей природе, чтобы мы могли обозначить ребенку, что это розовый, а это желтый, не говоря о том, что это какие-то другие оттенки, даже если мы знаем все вариации, всю палитру, и художники мы какого-то суперуровня, да. Какие еще дальше можно упражнения делать? Дальше мы уже подключаем развитие мелкой моторики, расскажут вам педагоги хорошо, и с развитием мелкой моторики развивается глазомер, когда мы пытается малыш попасть в дырочку каким-то предметом, тот же сортир. Это уже глазомер, это уже стереоскопическое зрение, то есть зрение, которое учит ребенка в пространстве себя находить, то есть донести вот что-то до этого места и попасть в эту дырку. Это потом научит ребенка ногой попасть на ступеньку и не упасть с этой ступеньки. Потому что детки, которые плохо ориентируются в пространстве, они натыкаются на углы, падают с бордюров, врезаются в стены, часто бывает, летит в стенку. То есть часто это бывают дети, которых постоянно ограничивают, сиди спокойно, посадили в манеж на целый день, не дают возможности бегать, не дают возможности ходить. То есть вот этот навык нужно отработать, нужно упасть сколько-то раз, но с поддержкой мамы, чтобы в следующий раз без мамы он упал, не упал в смысле, а прошелся нормально вот по этому пространству, это было безопасно. То есть то, что я говорю, зрение вместе с моторикой развивается синхронно. Да. Майже зачарувалася ось цим розповідям. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, у батьків є проблеми з зором, чи є така вірогідність, що у дитини будуть також якісь проблеми, і тому за дитинкою потрібно більше приглядати і звернути увагу саме на розвиток її? Да, к сожалению, проблеми по зрению имеют наследственность і достаточно високу степень. Особенно это касается аномалии рефракции. Что такое аномалия рефракции? Это близорукость и дальнозоркость, которую все слышали, астигматизм также есть. Это та предрасположенность, которая может быть фактором риска развития у ребенка. То есть когда семейный врач, сейчас семейная медицина у нас, собирает анамнез, это история жизни родителей у ребенка, и спрашивает, чем же вы болели. Родители перечисляют это все, он говорит, да, у вас есть вот такая-то, такая-то наследственность, об этом нужно будет сказать обязательно офтальмологу на осмотре. Потому что есть шанс того, что не будет развиваться, но есть факторы риска развития в более позднем возрасте, особенно при нагрузке зрительной повышенной. Есть ряд заболеваний, которые могут проявиться в более старшем возрасте, например, та же глаукома, которая развивается после 40 лет. Это немножко другое заболевание, более грозное. Мы сейчас не говорим в аспекте детского зрения, но это нужно иметь в виду и нужно говорить об этом своим детям для того, чтобы они об этом знали. Потому что потом это выявляется очень в поздних стадиях, либо мой мама, папа не сказали, мені, я не був в курсі таких речей. Чи можливо покращення зору з допомогою вітамінів або спеціальних продуктів? Чорницю потрібно, морковку там їсти, морку так сказати. Чи впливають саме якісь вітаміни, можливо, на зір?
Ну, к сожалению, нет волшебной таблетки. Ну, вот нету. Вот нету. Вот волшебная таблетка помогает только фармкомпаниям обогатиться. Сбалансированный рацион возмещает те необходимые элементы, которые нужны для формирования зрительного пигмента, который помогает нам видеть. За остроту зрения у нас отвечает не только зрительный пигмент, но еще и аккомодационный аппарат. Это такая сложная схема, не буду сейчас объяснять. В общем, это мышца, которая работает вместе с линзами и со связками нашего глаза. И вот если эта мышца переработала, ей нужно отдохнуть. Вот она никак не связана с теми каротиноидами, которые вот в таблетках нам дают для зрения. Вот для этой мышцы нужно отдых, нужна зарядка, гимнастика. Для этой мышцы нужно полноценное питание, не только связанное с каротиноидами. Это мы говорим и про обычное питание, это про углеводно-жировой баланс, это про питьевой, это про физическую активность хорошую у детей, которые сидят дома, они гуляют на улице, как положено, да, когда они ходят в школу, приходят домой и сидят дома, и у них гиподинамия. То есть это гипоксическое состояние. То есть это очень много факторов. Потому что вот эти каротиноиды, которые находятся в таблетке, лютеин, зеаксантин, они восполняют зрительный пигмент, но они не поднимут остроту зрения. Mm-hmm. Есть ряд заболеваний, при которых, да, действительно это работает. Но это работает при макулодистрофических состояниях. Это не наша ситуация, которую мы сейчас обсуждаем. И для того, чтобы в пищевой ценности восполнить необходимую дозу, нужно съесть килограмм черники за раз. Ну вот, вот я так примерно говорю, да? Кстати, каротиноиды содержатся в оранжевых овощах, кроме черники, потом в зеленых капустах, в брокколи нашей любимой, в зеленых листовых салатах, в шпинате. То есть спектр на самом деле огромнейший. Все нужно употреблять с омега-3. Омега-3 мы можем получить из морской рыбы, из морепродуктов. То есть, в принципе, это все, о чем нам говорят диетологи сейчас, и нутрициологи. Пожалуйста, кушайте это. Вот сбалансированный рацион, дайте ребенку ту же морковку с каплей жира, да, то есть там с растительным маслом или с той же сметанкой, если ребеночек кушает. Да, и с молочными продуктами у него все хорошо. А давайте рыбу, давайте, пожалуйста, брокколи кушать. Только не надо ее как-то прятать, но научить, да, ребенка кушать. Я понимаю, чипу тяжело. Да, да. Ее тяжело приучить кушать, но нужно это делать. Шпинат тот же самый прекрасный продукт, он очень богатый. То есть адекватное пищевое восполнение, если нет дефицита, восполнить, и не нужно буде покупати таблеточки. Можете швидко розказати про те, коли в який вік потрібно звертатися до офтальмолога? Так, да, є норми. Перший профосмотр проходиться в годик. Это общий. Дальше это в среднем в 3 года, это когда перед садиком профосмотр, после этого перед школой примерно в 6 лет. Сейчас меняется школьный возраст, но в среднем я прошу в 6 лет. Далее кратность профосмотров я регулирую, и мы регулируем офтальмологи в зависимости от патологии. Если есть какая-то проблема, то мы просим раз в год приходить, нет, тогда раз в 2, в 3 года, там уже по необходимости. Дякую, что вы сегодня до нас завітали. Я нагадую, что сегодня в нашей студии была наша гостья, офтальмолог, офтальмологиня Анастасія Мурахтанова, і вона нам розказала про дитячий зір і що потрібно про це знати. Обов'язково так. Батькам теж слідкуйте за здоров'ям ваших малюків.